это таковый аппарат. Блин, а если тебя удочкой долбануть? Подойди, кинь монетку. Я боюсь представить, куда тебе монетку вставлять надо. Понял? А вон сверху. Или, да, самый верхний. В смысле, а можно свинцовую монетку вставить? Прямо вот как вот это он там. Нет. У меня только свинцовую, понимаешь? Я, блин, не богатый человек. Вендинговый аппарат, блин. Ты не человек, ты, блин, просто красный ящик, блин. Кстати. Такой бред. Я в курсе. Блин, ты понимаешь, что ты сам бредовый, ёлки-модалки. С тобой нормально общаться невозможно. Прикинь, ты такой, хочешь что-то заказать? Вообще, это, кстати, тема прикольная. Блядь! Какая скотина, блядь. Тебя аппарат гопнул. Слышишь? Что, ты что творишь там? Сейчас, блядь, сейчас... Опа-на! Прям у нас на глазах. Он побил вот этого в желтом. Беги, Форест, беги! Где моя тачка, чувак? Вот людям не живется спокойно, капец. Да ищет полиция. Не ездит вокруг района. Мне тебя им сдать? Не, вон на втором этаже был в окне. Ты меня хотел сдать на берегу, между прочим. Этим с какого? Скажи, с Глоком, да? Со вторым. Мне, короче, тебя им сдать. Чё ты молчишь? Скажи что-нибудь. Это был другой какой-то, это в зеленом был. Скажи да или нет. Ноль или единица. Этот ты можешь, я думаю. Ладно, ныгайся. Не сдам я тебя. Вот тебя усиленно ищут. Ёлки-моталки. Выкини удочку. Слышишь? Выкини удочку. Ой-ой-ой. Да я уже знаю. Где же они полицейские? А что здесь происходит-то? Ну, тебя то, что побил в зеленом. А, это. Вы серьезно, что ли? Да на меня вендинговый аппарат напал. Я застрял, давай. А что тогда тот убегал? Ну, блин, на него тоже напал. Полицейские, у вас здесь бешеный вендинговый аппарат. Не надо этого человека. Он мой знакомый, его не надо. А напал на меня... Ой, газ, ёлки-моталки, блин. Дышался газа теперь. Нормально? Да сейчас вроде отпустило. А что происходит, ребят? Да на меня вендинговый аппарат же напал, да? А они думают, что человек на меня напал. То есть они просто так бегают сейчас? Они ищут этого человека. Они ищут человека, они думают, что он на меня напал. А на меня напал этот страшный красный ящик. Кстати, с дорогими товарами, между прочим. Кстати, да, там просто... Я закупаю всегда в аэропорту. В аэропорту самое вкусное. Ну, можно было бы. Ха-ха-ха!